На ремонте вот такая микроволновая печь фирмы Ardo, модель AMW25B. Значит, диагноз какой? Странно работает, сейчас все покажу. Значит, смотрите, я еще не включаю, просто в розетку втыкаю. И уже гудит, как гудит высоковольтный трансформатор. А еще ничего не включено. Когда включаю, но все равно гудит. Когда включаю, начинает вентилятор гудеть. А так все равно гудит. И хозяин говорит, что вот здесь вот это место нагревается. Здесь стоит плата фильтра, ну, первичная питающая плата. В любом случае, неправильно, что он сразу начинает гудеть. Он должен спокойно себе стоять, пока не нажмешь какую-то кнопку. Ну, разбираем. Разбирается просто. Сзади. Сейчас. Раскручиваем по периметру. Тут 4 винта сзади и один вот сбоку. И снимаем заднюю крышку. Посмотрим, в чем дело. Итак, что же было обнаружено? Когда я включаю, сразу просто гудит и работает магнетрон. Включен сразу высоковольтный трансформатор, магнетрон, соответственно, он нагревается. Ну, а так как тут тепло проходит вверх и выходит через сетку, то тут это место все время нагревается. Магнетрон беспрерывно работал. В связи с тем, что вот это при включенном в розетку и не включенном пуске, там, старте. Вот здесь нижнее есть реле. На плате два реле. Верхний и нижний. Нижний отвечает за трансформатор. Ну и за пуск магнетрона. Я начал мерить здесь напряжение, пошевелил контакты. И контакт реле отпустился. То есть он там залип просто. Начал шевелить. Он от вибрации отскочил. Ну все, и теперь все нормально работает. Вот смотрите, я ничего не делал, просто пошевелил, хотел проверить, а он отпустил контакт. Теперь я включаю. Вот я включил. Значит, тут горят. Включаю. Включается. Выключается. Попробовал, магнетрон работает, вода нагревается. Ну, суть ремонта, ремонт произведен не был. Клиенту я сказал, что он заработал, деньги с него не возьму, потому что ничего не делал. Но пока реле менять не буду. Возможно, это разовая поломка. Возможно, он больше залипать не будет, но если дальше это продолжится, придется реле поменять. Ну, а так, в принципе, все возвращается довольному клиенту, с которого денег не возьму. Ну, так я во всяком случае пообещал. Значит, так и будет. Поэтому вот таким простым способом можно полностью восстановить микроволновку к жизни. Я просто пошевелил, ну, даже не стучал, оно само отсоединилось, и все стало работать. Подписывайтесь на канал, увидите, как простым способом можно ремонтировать и другую бытовую технику. Очень много на канале всевозможной техники и электроинструментов. Увидимся на канале. Всего доброго.